Ремонт окончен, строительный мусор нужно вывести. Тех, кто готов оказать такую услугу, много, но далеко не все работают в рамках закона. Серые возщики берутся выполнить заказ, только отходы, как правило, утилизируют, где придется. Отсюда стихийные свалки и переполненные контейнерные площадки. Строительные отходы должны вывозиться отдельно. Они не должны смешиваться ни с твердыми коммунальными отходами, ни с крупногабаритными отходами. И они вывозятся с лицензированными возчиками, которые есть на территории Московской области. Войну серым возчикам объявили давно. Сотрудники администрации округа, главного управления содержания территории региона, полицейские регулярно проводят рейды. Наша задача регулярными такими вот системными рейдами и штрафами приучить незаконных возчиков к одной простой мысли, что работать нелегально в нашем округе будет себе дороже. Чтобы вывести серых возчиков на чистую воду, не только проводят рейды, но и совершают контрольные закупки. Список компаний, которые вывозят мусор по всем правилам, можно найти на сайте администрации округа. Все, кто в него не вошел, и есть серые возчики. Я просто хочу уточнить, все в силе у нас. Я на сегодня... Да, у вас на сегодня на 19 часов запланирован вывоз мусора. Начиналось все привычно, но финал получился неожиданный. По адресу из заявки грузовик встретили не заказчики, а сотрудники полиции. Все эти меры уже показали свою эффективность. Только за последний месяц было составлено 19 материалов о незаконной деятельности. И ровно столько же автомобилей серых возчиков отправились на штрафстоянку. Евгения Августина, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».